Сочинец Павел Сазыкин и Денис Грибанов из Геленджика по итогам 10 гонок стали серебряными призерами регаты. Стартовав неудачно и в первой гонке замкнув первую десятку, наши спортсмены затем поймали ветер и дважды заканчивали гонки первыми. А два раза приходили к финишу вторыми. По сумме мест в 8 лучших гонках у яхтсменов края оказалось 30 очков. На 4 очка меньше у занявших первое место испанцев. Третье место с суммой 34 очка занял экипаж из Санкт-Петербурга Михаила и Максима Шереметьевых. Ранее экипаж Грибанова-Сазыкина в сентябре уже принес России олимпийскую лицензию в классе 470 на игры в Рио-де-Жанейро 2016 года.